Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Путина – это поворотный момент. Решение суда важно для достижения справедливости. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего вечернего обращения, подводя итоги недели. По словам главы украинского государства, за каждое проявление террора против украинцев Россия будет отвечать перед судом. Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства зла. Еще одна неделя, когда каждый день, каждую ночь российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей. Каменское Запорожской области, Берислав Херсонской области, Марганец Днепропетровской области, Авдеевка, Краматорск и Константиновка Донецкой области, Константиновка Сумской области. И еще десятки украинских городов и сел, под подвергшихся ударам российских террористов за эту неделю. Одну неделю. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, своих близких. За каждое проявление террора против украинцев государство зло будет отвечать. Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России. И это поворотный момент. Момент, после которого не остается сомнений, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности. Ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка и, конечно, за каждое проявление дестабилизации мира, которое стало следствием российской агрессии.